Всем привет, с вами Zorax, и в этом видео мы поговорим о свойствах CSS, которые отвечают за правление списков. Для начала создадим какой-то список. Пусть это будет список из трех элементов. И теперь напишем для этого списка какие-то стили. Ну, основные. И теперь будем рассматривать свойства, которые относятся непосредственно к списку. Здесь есть всего три свойства, поэтому это будет такой короткий урок. Первое свойство – это свойство ListStyleType. И здесь вы можете выбрать другое обозначение элементов списка. Здесь можем поставить, например, Square, для того, чтобы изменить эту иконку. А здесь можно поставить Circle. Здесь можно на самом деле очень много всего ставить. Я не буду разбирать все эти значения, поскольку это трата времени. Просто можете открыть тот же комод и поэкспериментировать с этими значениями. Поставим пока, например, Square. Обратите внимание на то, что эти картинки рядом с элементами списка, они находятся вне элемента. Здесь вы видите, что синим цветом обозначен сам элемент, желтый цвет это маржины и фиолетовый это пэддинг. То есть, как видим, в браузере есть какой-то стандартный свой пэддинг прописан, и эти элементы находятся вне списка. Поэтому, если мы напишем в URL, например, padding 0, мы не увидим этих изображений, поскольку они будут за краем страницы. Оставим padding и рассмотрим следующее свойство, которое называется ListStylePosition. Здесь есть всего два значения, inside и outside, которые позволяют установить, где, собственно, будут находиться эти картинки, внутри элемента или вне. По умолчанию, как вы уже поняли, стоит outside. Если мы поставим inside, то мы увидим эти изображения. И последнее свойство, это свойство ListStyleImage, которое позволяет установить свою картинку для элементов списка. Таким образом. Также существует сокращение этих трех свойств. ListStyle. Здесь можно описать как просто Square, так и просто, например, Inside. Так и комбинировать эти свойства, например, Inside Square. Вот и все. Мы рассмотрели свойства, которые относятся к оформлению списков в CSS. Спасибо за просмотр. Пока.